Нанотехнологии на службе медицины. Саратовский ученый разработал уникальный пластырь, который значительно ускоряет процесс заживления тканей организма. Это изобретение уже используется в больницах Саратова и других регионов. Подробнее о том, как работает нанопластырь, в материале Анастасии Куклевой. Вот эта фотография, когда меня только привезли в больницу, на ней, наверное, только один уголек. Таким, говорит Сергей Фролов, его доставили в больницу месяц назад. Врачи и не надеялись, что мужчина сможет выжить после этих ожогов. У Сергея обгорело 80% кожи. 2 недели он провел в реанимации. А виной всему халатность. Говорит, спустился в подвал за инструментом. Чтобы осветить помещение, поджег газету. Там света не было. Хотел посветить, зажег газету. Когда опустил на пол, что-то вспыхнуло. Когда вышел из гаража, посмотрел, кожа слезла уже вся. И что было от штанов? Вот это, как я свернул их по колено, вот эти колечки остались, и трусы, и все. Сегодня у Сергея очередная перевязка. Правда, вместо привычных бинтов мужчине накладывают нано-повязку. Это настоящее ноу-хау в отечественной медицине. В ее основе вещество хитозан, который выделяют из панцирей ракообразных. Этот биополимер родственен коже человека, поэтому воспринимается поврежденными тканями как родной. Намного проще было, чем живую вот эту кожу срезать. Автор этой уникальной разработки Иван Афанасов уверен, за его нано-повязкой размером 10 на 10 сантиметров – будущее. А от перевязочных материалов из марли врачи в скором времени откажутся. Универсальность и простота нано-пластыря удивляет. Кожа восстанавливается практически на глазах. Ученый говорит, снимать такую повязку не нужно. Через пару дней она рассасывается сама или легко смывается водой. Важно, что собственные клетки организма не только формируют полноценную ткань, но они лизируют хитозан, то есть повязка растворяется в процессе заживления. В цехе, где производят повязки, идеальная чистота и порядок. Нанопластырь состоит из миллионов тончайших нитей, каждая в 200 раз тоньше человеческого волоса. Производятся наноповязки на современном российском оборудовании. Некоторые из этих аппаратов существуют в единственном экземпляре. Новинка уже прошла испытания и не только успешно применяется в медицинских учреждениях Саратова, Москвы и других регионов, но и продается в аптеках. Анастасия Куклева, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.